Перестрелка в торговом центре Американской Колумбии. Неизвестный мужчина с оружием ворвался в магазин, убил 2 человек, сотрудников центра, и застрелился сам, заявляют в полиции. Рядом с телом мужчины обнаружили помповое ружье и патроны. Когда стражи порядка прибыли по тревоге, все было уже кончено. В панике продавцы и посетители торгового центра задавили 5 человек. Они получили различные травмы и были направлены в ближайший госпиталь. По всей видимости, сообщников у мужчины не было. Однако полицейские на всякий случай прочесывают все магазины торгового центра.